Александр, скажите, пожалуйста, все мы помним вашу игру с французами, а дома приходилось в домашнем чемпионате участвовать в подобных играх? Ну, такие матчи, естественно, случаются в любого клуба. И у клуба, в котором вы играли? Ну, как... Вы участвовали в таких матчах лично? Ну, были матчи такого плана. Конечно, руководство об этом, естественно, никогда не знает, и тренер, естественно, тоже не поставлен в известность. Поэтому утверждать о том, что Красножан принимал как бы непосредственно участие в этом деле, мне кажется, нет смысла. Подождите, а как это происходит? Я тогда не понимаю. Вы говорите, не знает руководство, не знает тренер. Вы знаете, что вы сдаете матч. Ну, понимаете, если я даже не буду сдавать, другой будет сдавать. Тут не важно, тут, понимаете, тут, вы поймите, тут не поймешь даже, кто может сдавать. Ни один тренер никогда не...